видео мы посмотрим на новое колесо фортуны в Майнкрафте! Привет! Я повар-обезьяна! Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды! 1, 2, 3! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новое колесо фортуны. Смотрите, ребяточки, вот такое колесо я сегодня нашел. Здесь такие персонажи: это Соник, синий из радужных друзей, говорящий Бен, Анжела, говорящий Том, это у нас Наклз, Хаги-Ваги, Паучок и Привет, сосед. Ну что ж, друзья, вы готовы крутить колесо? Давайте сразу же поставьте лайк, подпишитесь и угадывайте в комментариях, какой цвет мне выпадет. Кто из этих персонажей сейчас выпадет мне в колесе фортуны? Пишите в комментариях. Ну что ж, вы готовы? Я нажимаю кнопочку. Раз, два, три, и нам выпадает зеленый цвет. Зеленый цвет — это привет, сосед. Слушайте, я думаю, что будет очень интересно. Ты откуда свалился? Здорово, сосед! Привет, пошли со мной! Куда пошли? Стой, сосед! Я вообще-то в твою комнату собирался! Эй, ты! Сосед! А ну, брысь! А ну-ка, ребяточки, он прыгнул в портал! Погнали-ка за ним! Сосед, сосед, ты где? Ребята, куда-то он спрятался! Синий? Ты что тут делаешь? Ты вообще-то в другом колесе! Ой-ой-ой-ой, ребята! Нет-нет-нет, это не то место! Короче, ладно, попытаемся найти этого соседа! Так... Что у нас здесь? Камни душ? Окей, хорошо. Говорящая Анжела, Том? Кажется, все персонажи объединились в одном месте. Ладно, сейчас тогда справимся с этими монстрами. На тебе, синий. Так, Анжела, приветик. А, привет, зомбак. Ты не поможешь нам справиться с этими монстрами? Да, конечно. Давайте с Томом тоже поговорим. Том, здорово. Привет. Здорово, здоровенько. Я сейчас аккуратненько обойду вот здесь, хорошо? Так, ага, ты тоже хочешь обойти, да? Чё, я думаешь, один такой умный, он тоже, смотрите, обходит вместе со мной. Ну ладно, давай тогда ты пойдешь на респ, а я вот отсюда перепрыгну. Отлично, отлично. Так, кого они держат здесь в гараже? Так, ну-ка. Соник! Соник, привет! Привет! Здоровенько, здоровенько, у тебя тут ключ какой-то. Слушай, давай-ка я тебя вытащу отсюда с гаража. Мы, ребят, заберем Соника с собой. Так, ну-ка, синий, поплавай немножечко в лаве. Давай, давай, вот там поплавай. Я пока что открою второй гараж. Здесь еще должен быть кто-то добрый. А-а-а, сосед, ё-моё, ты что тут делаешь? Ты что меня так пугаешь? Ох ты, зараза, на, получай. Так, фух. Ребята, сосед уничтожен. Так, ага. Второй ключик, мы его тоже с собой заберем. Кстати, здесь какая-то броня. Давайте ее себе нацепим. Так, опа. Смотрите, какой красавчик. Анжела, Том, выбирайтесь с того выхода, а я пойду дальше. Так, здесь найди два ключа. Я как раз их уже только что нашел. Давайте их, ребят, себе установим. И проходим в третий гараж. Здорово, здорово. Ух ты, там еще кто-то за дверью есть, вы видите? Так, получаем монстрик. Опа-на! Здесь нас ждет еще много приключений. Здорово, хаги-ваги всякие. Здесь зеленые, розовые, красные, всех видов хаги-ваги. Так, надо быть осторожнее, не упасть никуда. Аккуратно, аккуратно проходим. Сюда прыгаем. Ну, а тебе. Так, такой смешной вообще. Черненький какой-то с красными губами хаги-ваги. Так, так, отлично. Получай. Найс, ребяточки, последний. Найс, ребят, мы прошли, фух. Так, здорово, монстры. Там Леди Баг, ребята. Привет, спаси меня отсюда, из этой тюрьмы. Да-да-да, сейчас, Леди Баг. Так, возьмем себе кирку и вытащим ее. Так, отлично. Леди Баг, пойдем со мной. Давай, выбираемся отсюда. Нам нужно уничтожить этих демонов-монстров. Отлично, отлично. Слушайте, мы не зря прыгнули в это зеленое колесо фортуны, да? Привет, соседу, потому что здесь оказались все монстры и все добрые персонажи. Здорово, миньон, тебя вообще в колесе нету, но ты будешь с нами, как и Леди Баг. Так, давай тебя спасем. Эмероуз тут, ребята, тоже надо вытащить. Так, погнали с нами. Пойдемте, ребятки, все-все-все со мной, всех освободим. Ага, здесь у нас шипы, так что будьте осторожнее. Я, наверное, их поломаю. Так, видите, ребята, они выдвигаются. Ай, будьте осторожней.
Проходим дальше. Здорово, здорово, на тебе, получай. Блин, у меня патроны-то быстро заканчиваются. Эмерроуз, Леди Баг, аккуратно. Здесь желтый монстрик. Так, на тебе, ребенок желтым. Погнали все со мной. Мы спасем этот мир. А, патроны кончились, подождите. Я, конечно, спасать готов мир, но с патронами. Так, ну-ка, иди сюда, Бунга. Получай. Леди Баг, помогай, ты тоже супергерой. Ну, у меня силы закончились. Эх, ладно, ладно, все самому придется делать, так уж и быть, я справлюсь. Так, давай, Бунга, получай. Мне бы пулеметик, слушайте, у меня же есть пулемет, мы можем взять просто вот этот мощный пулемет и намутузить. Здорово, противогазы. Отлично, все пошлите со мной, все со мной. На тебе, Хаги-Ваги. Кстати, ты че зеленый цвет покрасился? Ты должен быть синим. Так, на тебе, да блин, у меня патроны. Все отлично, проходим, ребяточки, проходим, все за мной. Идете? Да, да, идем. Да. Отлично, отлично, ребяточки. Мы проходим пока что дальше. У нас пока очень хорошо получается, знаете. Так. Монти, здорово, ребят. Здесь у нас какие-то аниматроники еще пошли. И опять ребенок в желтом. Окей. Слушайте, у нас неплохо получается. Не забудьте тыкнуть лайк под видео, пожалуйста. Я тут ради вас стараюсь. Смотрите, каких добрых персонажей спасаю. А у меня броня покрасивее выглядит. Опа, там все в паутине. Вам лучше остаться здесь, либо выбираться с того выхода, ладно? Окей. Все, давайте. Я пошел один сюда. Так, закрываем дверку. Привет. Привет, Аманкас. Так, надо быть осторожным. Слушайте, у меня закончились патроны. Я предлагаю сейчас взять и все перезарядить. А, шлем я сниму, чтобы вы меня видели. Так, перезарядим пушечки и идем нападать на вот этих амонкасеров. Смотрите, их как тут много. Бам, бам, получай. Сейчас мы... Ай-яй-яй, я чуть в паутине не застрял. Я пушку выкинул, нет-нет-нет. Верните мою пушку. Так, отлично, проходим, ребят, дальше. Я почти все пушки перезарядил. У меня теперь очень много патронов. И я могу просто идти напролом. Найс. Смотрите, смотрите, здесь еще и этот... Тут реально может быть гигантский паук какой-то есть, который здесь столько паутины сплел. Так, отлично. Что у нас дальше? Ага. Здорово, повар-обезьяна! Я его, кстати, давненько знаю. Он говорит, если вы лайк не поставите, я его скушаю. Привет, здорово, пиги. Так, я, наверное, издалека лучше ее замутузи, потому что еще скинет меня вон туда вниз здесь высоко лететь. Так, давай, повар. Попрыгай, полетай. Ты тоже давай, отлично. Надо быть осторожнее, аккуратно, аккуратно. Давайте я вам со стороны покажу. Вот, видите, как я по тоненькому-тоненькому пути прохожу. У меня тут реально какая-то очень тоненькая дорожечка. Так, да, мне нужна пушка. Где моя пушечка? На тебе. Так, отлично, проходим, проходим. Здоровенько. Привет, пороженчик. Ням-ням, иди сюда. Нет-нет-нет, сейчас я перезаряжусь и как намутузи тебе. На тебе. Так, теперь очень аккуратненько проходим, ребята, аккуратно, нам точно надо не упасть вниз. Вы хоть посмотрите, как здесь высоко. Так, ладно, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, 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 мы здесь, осталось последний рывок, смотрите, последние блоки. Так, 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 давай, давай, давайте. И мы прошли это испытание, отлично, отлично. Что у нас дальше? О, портал, портал обратно, друзья. Так, давайте наденем здесь себе новую броню, здесь какая-то разноцветная, ну-ка. Опа, я слился с толпой. Все, погнали в портал. Так, отлично, ребяточки, мы возвращаемся обратно. Слушайте, у меня больше нет желания дальше крутить это колесо фортуны. Ролик и так получился длинным, и мы уже увидели всех этих персонажей. Я так понял, что привет, сосед, всех к себе заманил и украл. Ребяточки, я надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Зомбак. Всем удачи, пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.